Задание номер очередное. Еще, наверное, чуть посложнее, потому что дистанция больше. Вот цель. А вот где-то там будет огневой рубеж. Это другой берег речки Ванюськи. Или вот здесь. Мне здесь удобнее. Мотор. Начали. Небывалый успех. С первого выстрела, первое же попадание. По-моему, неплохо. А теперь я хочу устроить вот что. Совершенно неожиданно в кустах, точнее, у меня среди подарков, которые были дадены мне, неважно кем, неважно на какое событие, случайно оказалась бутылка вискаря Джонни Уокер. Джонни Уокер Red Label Blended Scotch Whisky. Я не то что виски не пью, я вообще не пью ничего алкогольного, поэтому ценность этой хреновины приближается или даже меньше, чем ценность бутылки, заполненной спиртом с примесями, из-за которых этой жидкостью даже контакты нельзя протереть, станет с пленочкой. Вот. Поэтому открываем. Как видите, она не распечатанная. И сколько здесь литров? Пол-литра есть? Да, есть. 750 миллилитров. То есть это будет пол-литра разбить? Хорошая идея.